Вот в такой вот шумной и веселой обстановке прошла ночь в университете, целью которой было укрепить связь между университетом и школами города, а именно помочь 11-классникам определиться со своей будущей профессией. Сейчас у нас очень острая проблема в городе – выбор предмета на едином национальном тестировании. То есть наше мероприятие послужит маленьким трамплином для наших будущих студентов, которые поступят в те или иные вузы. Каждый факультет подготовил по одному персонажу, отражающему суть той или иной специальности. Аманжол Аблайхан представил свой факультет изобразительного искусства и черчения. С 5 класса парень посещал курсы в художественном лицее. Затем поступил в университет имени Худайбергена Жубанова. На мероприятии решил показать свою дипломную работу. Чтобы приступить к дипломной работе, я 4 месяца размышлял над темой, искал что-то интересное. И вот месяц как начал работу. Сейчас совмещаю учебу с работой в драматическом театре имени Тахауи Ахтанова. Там я главный художник. Моя мечта – окончить учебу, потом и магистратуру, а затем начать свою главную работу. Посетившие мероприятие школьники узнали, чему можно научиться в университете и вживую увидеть успехи и достижения каждого факультета. Все специальности и почерпнула все, что хотела узнать. И это, наверное, поможет мне в будущем, точнее, выбрать будущую профессию. Со словами напутствия для участников мероприятия выступили деканы и профессора университета. После школьники поучаствовали в фотосессии. Динара Абдуалиева, Жанадиль Сагеев, телеканал «Актюбе».